наступающим. Это дом 11? 11. Ты Настя? Настя. Ну? Здравствуй, дочка. Вот, как говорится, и встретились. А ты что, не ждала? Или не рада? А я к тебе, можно сказать, через полстраны, из самого Казахстана. Сначала на самолете, потом на поезде, потом на двух попутках. Может, ты телеграмму мою не получала? Нет. Вот дают. Ну да, Новый год же. Это тебе. Ну, по такому случаю давайте знакомиться. Павел Андреевич Ковешников, летчик-космонавт, подполковник в отставке, отец Насти. Можно сразу на «ты». Люблю по-простому. Сослуживец или родственник? Это мой отец. Не понял. Неувязочка наблюдается. Какая неувязочка? Ты Настя? Настя. Вот это письмо. Ты в газету посылала? Я. Просила откликнуться? Просила. Адрес оставляла? Оставляла. Так вот он я. Павел Андреевич Ковешников. Летчик-космонавт, подполковник в отставке. Твой отец. Павел? Павел. Мой отец? Твой отец. Минуточку. Здесь какое-то недоразумение. Конечно. Ты, наверное, что-то напутал. Нет, во-первых, перестаньте мне тыкать. Виноват. Во-вторых, я тоже Павел. Павел Отвич Бромель. Я фокусник. И, между прочим, заслуженный работник культуры. Допустим. А в-третьих, ничего я не напутал. 29 лет назад. Тебе 29? Будет. 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 Так будет. Вот. 29 лет назад, 14 июля, в пансионате Солнечный, я познакомился с очаровательной женщиной по имени Галя, матерью этой девочки. Мы разговорились за завтраком в нашей столовой. Потом между мной и Галей случился роман, вследствие чего появился на свет Настя, о существовании которой я не мог знать все эти годы. И не знал, потому что у Гали не было моего адреса. Все? Все. Да ты садись. Ну, на твою канцелярию. Я тебе тоже отвечу канцелярией. Открываем мой военный билет. И читаем запись от 2 июля 1968 года. Открываем, открываем, открываем. Читаем. За успешно выполненный тренировочный полет и смекалку, проявленную во внештатной ситуации, наградить капитана Ковешникова П.А. знаком отличной боевой и политической подготовки. И предоставить ему внеочередной отпуск сроком на 3 недели. И подпись. Полковник Двойников. Пожалуйста. И что? А то, что уже 4 июля в белых парусиновых брюках и таком же белом пиджаке я сидел на балконе своего номера в пансионате Солнечный, ел эскимо за 11 копеек, о чем имеется запись в моей курортной книжке. Могу предъявить. А вечером того же дня я танцевал танго с самой красивой девушкой на всем побережье. Ее звали Галя. Это была твоя мать.
Муж? Жених Коля. Ну, давай, жених, знакомиться. Павел Андреевич Ковешников, летчик-космонавт, подполковник в отставке. Как говорится, твой будущий тесть. Кто? Тесть. Что здесь происходит? Коля. И это Коля, это кто? Это Павел. Еще один. Ну-ка, накинь шубейку. Коля. Я говорю, накинь. Коля, только не злись, пожалуйста, я тебе сейчас все объясню. Давай, объясняй, я жду. Понимаешь, он тоже прочитал письмо. И тоже утверждает, что он твой отец? Да. И ты ему веришь? Ну, у него тоже все сходится. Что все? Все. Вот, я же тебе показываю. Черным по белому написано, дорогой Павел, это я. Раз, пансионат Солнечный, ну это понятно. Два, теперь набережная. Мы как-то вечером с Галей там стояли, мимо большой парусник проплывал. Три, пиджак белый, индийский, спустя 2 года в поезде украли. 4, кафе-погребок, пили молочный коктейль. 5, что? Сдулся? Кстати, я еще не видел твоих документов. Да пойми ты, невозможно найти человека только по имени. И 30 лет помнить все эти подробности невозможно. Но они же были влюблены. Кто? Мама и отец. 30 лет прошло, ты это понимаешь? Коля. Что? Ты меня любишь? Это здесь при чем? Ну, люблю. Обязну. Люблю. Значит, если я не выйду за тебя замуж, через 30 лет ты обо мне даже не вспомнишь? Как ты ухаживал за мной, как ты 3 сентября на уроке чтения зашел в класс через окно, поцеловал меня, и дети кричали «Ура!» Это совсем другое дело. Нет, Коля, не другое. Я не знаю, кто из них мой отец, но чувствую, что оба говорят правду. Настя! Я замерзла. Коля! Отцы! А ну, хватит! Ну-ка, разошлись! Только мордобоя мне здесь не хватало. Прокатывайтесь на улицу, там и деритесь. Я никуда не уйду. Я не собираюсь. О, может вам помочь? Коля, не надо! Помолчи! Нет, ты видал, они не уйдут. А кто вас сюда звал? 30 лет где-то шарохались, а теперь как 2 черта из коробочки. Нате, любите. Перестань! А что, не так? Чего уставились? Коля, замолчи. Пусть говорит. Давай. Добивай, сынок. Ты спрашиваешь, ты меня сюда звал? Настя меня позвала. Так что не тебе меня судить. Не тебе решать. Тебя еще на свете не было. Когда я с Юрой Гагариным в волейбол играл. А если в чем перед своей дочерью виноват, так в том, что не получил того письма. Тогда, 30 лет назад. Ты, дочка, только скажи. И я уйду.